Вот и у нас расцветают деревья. Пчелки летают. Классно. Прямо возле дома. Здорово. Всем привет! Сегодня у нас 13 мая. Утром была температура воздуха 8 градусов. Сейчас вот солнце прямо такое яркое. Вообще настроение прямо поднимается. Посмотрим, какая водичка. Вода холодная, честно. Ну, как всегда, вода холодная, мы идем купаться. Далеко не буду заплывать, чтобы видно было, как я плаваю. Так градусы воды так и держатся. 2-3 градуса, не больше. Вода очень холодная. Выйдем маленько на сушу. Постоим. Мне понравилось нырять. Сейчас еще раз нырну. Вот эта водичка бодрит. Проплывем. Вот это класс! Позагораем, еще поплаваем потом. Ой, классно, как я поныряла. Вообще супер. Супер. Классно. Супер. Полежим. Супер, как классно. Мне нравится вообще. Классно. На одной руке. Здорово. Сейчас позагораю, еще пойду купаться. Красота. Неудобно.
полежу на воде. Настала нормальная, можно хоть поплавать. Снежок растаял, водичечка холодненькая, бодрит, вообще конкретно бодрит. Еще три разочка. Попрыгаю. Нырнем еще. Сейчас, подожди. Я вот хочу попробовать без носа. Ну-ка, получится, нет? Получилось. Когда я ныряю, я выдыхаю. Ого,
Вот это да. Ой, супер. Пока-пока. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока-пока. После купания чаек. Ой, вообще классно. Горяченький такой. Согревает. Вкусняшка. Вкусняшка. Без сахара. Здорово. Закаливайтесь, плавайте, присоединяйтесь, занимайтесь физкультурой, свежим воздухом дышите. Всего доброго.